Доброго времени суток, родители! Совсем немного осталось до трогательной встречи жителей Республики Поленово со своими близкими. Но считать минуты нам некогда, потому как весь день был посвящен подготовке к встрече с вами, репетициями концерта и, конечно, спорту. Прошел футбольный матч между провинциями Эдельвейс и АБР, где первые забили 3 безответных гола. Отличились Клепков Дима, Марков Артем и Буянов Андрей. Вечером, после ужина, на летней эстраде прошла генеральная репетиция завтрашнего представления. Много рассказывать не будем. Увидите в скором времени все сами.